принято 53 закона. Около половины из них – законодательные инициативы постоянных комитетов и депутатов Брянской областной думы, а также порядка 150 постановлений. Особую социальную значимость имеют направленные на поддержку семей. Под нормы закона о ежемесячной денежной выплате на ребенка в возрасте от 8 до 17 лет подпадают более 51 тысячи брянских детей. Существенные изменения внесены в закон о дополнительных мерах социальной поддержки семей, имеющих детей на территории Брянской области. С 1 января право на такую поддержку имеют и женщины, родившие или усыновившие четвертого и последующих детей, даже в случае смерти ребенка при условии, что была произведена государственная регистрация его рождения, а также мужчины – единственные усыновители третьего и последующих детей. Единовременную выплату 2 миллионов рублей за счет средств областного бюджета парламентарии предусмотрели для членов семей погибших военнослужащих, принимавших участие в специальной военной операции. Эта мера поддержки закреплена законодательно в апреле 2022 года. Направить средства на эти цели позволило своевременное рассмотрение и принятие Брянской областной думой соответствующих нормативно-правовых актов. Большая работа проведена в части совершенствования выборного законодательства, законов, регулирующих отношения предпринимательства и собственности, а также по устранению пробелов в федеральном законодательстве. Так, в Госдуму внесены две законодательные инициативы. Одна из них касается уточнения полномочий органов госвласти в сфере охраны окружающей среды. Вторая призвана устранить правовую неопределенность при государственной регистрации отдельных видов плавучих объектов. В частности, предлагается освободить от госрегистрации шлюпки и иные плавсредства, принадлежащие судам массой до 200 кг и мощностью до 5 лошадиных сил включительно. Председателю правительства Михаилу Мишустину внесено предложение об усилении ответственности за пропаганду и незаконную рекламу наркотиков и психотропных веществ. Размер штрафов за нанесение соответствующих надписей сегодня не превышает 5000 рублей. Его предлагают увеличить до 30 тысяч. А также предусмотреть за подобные нарушения наказание в виде обязательных работ до 30 часов, а в случае повторного нарушения – административный арест. Соответствующие поправки предлагается внести в статью 6.13 Кодекса об административных правонарушениях Российской Федерации. В этом году в регионе появились новые почетные звания – Герой труда Брянской области, заслуженный юрист Брянской области. Постановления об их учреждении приняты депутатами. Второе полугодие у нас будет очень загруженное, в принципе, как и первое. Это практически более полусотни вопросов, которые нам нужно решить и привести в федеральный порядок. И, конечно же, принятие главного финансового документа Брянской области, это бюджета Брянской области, работа депутатов, работа комитетов и утверждение этого финансового документа.